Таймураз Тускаев поручил Минфину взять на контроль ситуацию, связанную с оплатой тепловой энергии организациями, которые финансируются из республиканского бюджета. По словам премьера, средства, предусмотренные, должны своевременно поступать поставщикам тепла. Руководители районов доложили о платежах за потребленные ресурсы. Из-за ограничительных мер снизился уровень платежей со стороны населения. И речь в основном идет об оплате услуг за водоснабжение и водоотведение, вывозе бытового мусора. Наилучший показатель в Моздокском районе – 83%. Говорили о системе онлайн-платежей. Потребители чаще стали выбирать такой способ оплаты. Если в марте этого года сумма составила 174 тысячи рублей, то в мае уже 500 тысяч. Также увеличилась сумма платежей за услуги, которые можно произвести непосредственно на сайте РКЦ. В Лагирском, Правобережном, Пригородном и Дегорском районах реализуется пилотный проект по внедрению единого платежного документа по всему спектру жилищно-коммунальных услуг. Таймураз Тускаев призвал профильные ведомства к тесному взаимодействию. Результатом должна стать абсолютно прозрачная, понятная и легитимная система сбора финансовых средств за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, заключил Таймураз Тускаев.